Настоящие олды канала, которых нет, наверное, знают о ВДВД, выживании двух веселых дебилов. И что ж, я так подумал и сделаю яко ремастер на него. Могу порекомендовать вам приватный сервер HP Game. Сервер там, где когда вы кого-то убиваете, вы получаете сердце, а когда вы умираете, у вас отнимается одно сердце. Чтобы вступить в него, переходите в Discord по ссылке в описании. Удачи! Всем здравствуйте! Мне надо выбираться из этой из зимы. Супермодные отёсаны! Ладно, ладно, всё, не бухую. Идём. Стой, подожди-ка, я сейчас сделаю нам лодку, чтобы мы прокатились с ветерком по этому льду. Стас, садись. Ой. Опа, что это у нас? Мы в деревню приплыли. А как вылезти? На shift. Ему было, блин, не попасть. Вот теперь берем хабар и улетаем, окей? Да. Воруем, убиваем голема, расчленяем всех, кто тут находится. Что такое? Я себя до голема на себя сломил. Я неправильно поставила блоки. Ты умер? Нет, просто за мной счет голем бежит, я на лоу хп, у меня нет еды. Стоять! Руки в ногу! Стой! Феди, я его содержу, беги! Ой, извини. Моё. Деревня! Ура! Ровник! С кузницей! Я думаю, годи жить, а, Федь? Погнали! Ну тогда в кузнице жить буду, окей? Окей. А ты где? А я возьму тебе вот этот вот домик. Пипец, тут много, конечно, железа в этой шахте. На каждом просто углу железа. Алмаз. Я еще алмазы нашел.
Еще алмаз. А? Еще один алмаз. Ага. О, алмаз. О, два алмаза тут. О! Я спавнер паучков нашел. Золотое яблоко, пластинка, порох, уголь, седло. Еще одно золотое яблоко, еще седло. Еще хлеб, еще порох. Кость. Нить. Пшеница. Арбуза, семена. Отмечаю. Спавнер. Все, может быть, потом когда-нибудь им займусь. Алмазы. Три штуки. Тебе тоже на алмазную кирку, в принципе. Оп, шахта какая-то. И тут алмаз. Их тут много. Алмазов. А вот и лава. А ты где, Стас? А вот ты. Я у себя дома. Что нашел? Что нашел? Да. Знаешь, не обращай внимания. Я понял, что защита от детей. Я нашел, получается. Будничный шаблон. Вот это? Откуда у тебя столько много его? На корабле нашел. Столько много? Да. Зелье подводного дыхания на тягу кулаку. Кайф. Два ТНТ. И три алмаза. И изумруд. Можешь кузнечные шаблоны себе забрать? Да у нас некуда их применить пока что. Когда уже будет какая-нибудь алмазка или железка, тогда уже понятно то, что будем. Красавчик. Твою где взорвал? Я случайно хотел поставить ловушку. Но так получилось, то что я провалился в ту ловушку. Еле выбрался. Ля-ля-ля-ля. О, кошелек. Вот он. О, Федь! Вот! Да твою мать! Стас! Ну что ж, пока, Стас. Да ты баран! Ой, а куда мышь пропал? Ты баран? Да ты баран, что ли? Ладно, выбирайся. Ну все, о нем. А нет, ну все, о нем, имбицибитка. Я сейчас тебе жопу дам. Ты там выбираешься? Я тебе воду разлил. Ты
время начинать. Говно. Ланскам. Говно не тонет. Да ты! Это ты хотя бы... Заскамила мамонта. Да твою мать! Просто нулевый чел. Когда я была, что я дам тебе звезду, блядь. В школе. Побег в дом. А ну стоять! Пум-пум-пум-пум-пум! Ты у себя дома? Да. Ага. А это что за китайская стена? Ну чё? Ты прости. Ты чё, козёл? Блять. Не убивай. Это мой теперь дом. Уходи. Войди. Да ты барана, ну как в натуре. Я же тебе говорю, у меня одно сердечко. Нахер. Стол зачарования. Всё. Как конец тебе и твоему дому. Чё ты? Вот тут вот будет стол зачарования, и сейчас я делаю портал. Узкий обстрел! Не попал. О, это мне? Нет, ты приемный. Что-то как-то он не работает. Так ты его не зажег. Козёл. Ай! Ай! Ау! Федя, это пулемет. Засуни пули. Ай! Ау! Ай! Меня летит кручина. Типа выезжай. Уйдите, меня кручина летит. Тихенько поджигаем дом Стаса, пока Стас не видит. А ты чё? Собака! Бутырок ты! Я твой дом также поджигу и взорву когда-нибудь! Ай, по мне летит мимо летящая хрычина! Yes. Ты чё, в портал в ад пошёл, Стас? Это в следующей серии. Да, ЕЕ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 Е
Пока!